Настя Веденская – знаменитая талантом артистка российского кинематографа, владеющая магазином корейской одежды, сумевшая гармонично совместить актерскую деятельность с ранним замужеством, воспитанием двоих сыновей и реализацией небезуспешных проектов. С будущим мужем Анастасия познакомилась на дипломном спектакле в Щукинском училище. Она играла роль подростка, а Владимир Епифанцев находился в числе экзаменаторов. Их роман был бурным, и через 3 месяца они расписались. У Веденской и Епифанцева двое детей Гордей и Орфей. Однако через 11 лет семейной жизни пара неожиданно объявила о разрыве. Со слов актрисы, она устала от тяжелого нрава супруга. Женщина хотела официально развестись, но Владимир не давал ей развод. Расставшись с Епифанцевым, у актрисы начались отношения с Дмитрием Ташкиным, с которым она познакомилась на телешоу «Танцы со звездами». Запись сгенерирована в Яндекс.Клауд. На съемках известного телесериала «Рая знает все» Анастасия познакомилась с Сергеем Губановым. Объединенные общей проблемой, актеры стали хорошими друзьями, хотя многие считали, что у них роман. В 2018 году супруги официально развелись. Сегодня артистка живет с Максимом Онищенко и сыновьями.